ту деревню? Ну, я скажу так, каждый ищет и находит то, что он ищет. Потому что можно съездить за совсем смешные деньги, но в этом случае можно, надо ночевать в избе. Там 300-400 рублей с человека, с нормальным завтраком таким хорошим деревенским. Потом, если ехать совсем дешево, да, на электричках, то там совсем обойдется небольшие деньги. Без машины есть варианты вот для людей, у которых нет машины, на чем, куда? Какие маршруты? Ну, те же самые, если брать Петрогром, спокойно на электричке доедешь, да? Практически дальше все маршруты. Не Нет, там 20 минут пешком идти немножко в гору. То есть на самом деле эти маршруты, все, которые на машине, их можно спокойно повторить на поезде, на автобусе, везде. У нас на самом деле, как бы не ругали наши дороги, они дороги хорошие. И почти везде есть автобусное или сообщение, поэтому особых-то проблем нет.